Я принимал участие на концертах под открытым небом, но для меня это впервые. Очень интересная задумка. Спасибо нашим режиссерам. Это все проходит в рамках Экспо 2017. Для нас, артистов, это большая честь выступать под открытым небом, потому что большее количество людей, которые могут посмотреть, не все же доходят до театра, да? А тут на свежем воздухе, думаю, получат колоссальное удовольствие, потому что территория, площадь огромная, и свет, все интересно поставлено. Но не как, конечно, в театре, есть свои особенности, но это, она интересна, потому что это дает возможность людям приобщиться, увидеть, на самом деле, что это такое. Это новая партия для меня, и поэтому, конечно же, я сейчас только знакомлюсь со своими новыми ощущениями на сцене, с взаимодействием с партнерами именно в роли Кожевека. Конечно же, сегодня для меня такая большая-большая задача, ответственность. Как но и большая радость также. Как с партнерами вам работать сегодня? Сегодня у меня самые замечательные партнеры. Это Сундет Байгожин в роли Бекежана и Медет Чотабаев в роли моего возлюбленного Толегена. И для меня это огромная радость и честь быть на одной сцене с такими большими мастерами. Хотя они еще очень молоды, но я считаю, что на сегодняшний день это одни из лучших голосов, оперных голосов на нашей казахстанской сцене. А на улице это совсем другие ощущения. Тут получается больше людей, больше животных, больше натурализма. Это особый спектакль, вообще можно сказать, по Казахстану. У нас это впервые самый такой большой спектакль получается по всем параметрам. Очень красивая опера, очень мелодичная опера. Я надеюсь, все получится хорошо. В начале репетиции я вот думал об этом, что вот наконец-то у нас есть такие мероприятия, можно ставить спектакли, концерты под открытым небом, да, и это очень, я думаю, это классно. Можно привлечь больше людей, зрителей. В рамках культурной программы международной выставки «Экспо-2017» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Государственным театром оперы и балета «Астана-Опера» представляют уникальные проекты в формате Open Air. Сегодня вашему вниманию будет представлена жемчужина национального искусства – опера Евгения Брусиловского «Кожевек». Қарлай сола қошы бек, өтірмеймен мақтауды, құлашан есімі.